Слово предоставляется ректору Екатеринбургского государственного театрального института Бабенко. Сегодня у нас счастливый, замечательный день. Хотя погода была колючая и ветер северный, у нас здесь очень тепло. Такие потоки любви, столько молодой энергии здесь. Это наш самый главный, самый счастливый день в году. Я хочу просто всех поздравить с этим днем, с этим замечательным праздником. Прежде всего, конечно, наших педагогов, наших студентов, наших работников учебного театра, персонал, для которого этот праздник – это большой труд. И мы рады, что сегодня с нами министр культуры Свердловской области Павел Владимирович Греков, человек, который по-настоящему глубоко понимает театр, не по должности, не формально что-то знает о нем, чувствует, переживает за людей театра, за театральное здание. Павел Владимирович, спасибо вам за все. Ну, видимо, я могу сказать о том, что надо любить театр, и совсем не обязательно любить его бессознательно, желательно его любить сознательно. Приходить в театр почаще – это полезно для здоровья, кстати говоря, не только духовного, но и физического. И как можно дольше оставаться кем-то напоминающим студентов театрального института. Чем дольше в душе будет сохраняться студенческий дух, тем лучше. Поэтому приходите в театр, приходите в театральный институт и не только в Международный день театра. Ура!